Стосовно порядку призначення пенсії поговоримо із заступником начальника управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва Ольгою Банних. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. І так, почнемо в першу чергу з того, по поводу видів пенсії, які вони бувають, і, відповідно, для того, щоб розуміти потім, як їх назначають. Значит, у нас в стране есть много видов пенсий, но самые распространенные, которые пользуются больше населения граждан Украины, это пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца, по выслуге лет, ну еще там по многим, по спецзаконам. А по поводу людей, которые могут претендовать на пенсию, этот порядок теперь... Значит, порядок, значит, граждане на пенсию по возрасту имеют все граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, в частности, если мужчины 60 лет, женщины на сегодняшний день идут на пенсию 57,5 лет. Вот. Пенсию, если по инвалидности, то имеют право граждане независимо от возраста, вот, но у которых есть определенный стаж и есть еще справка с медико-социальной экспертной комиссией. А по поводу этого стажа, какой он должен быть минимальным? Значит, если для пенсии по возрасту, то минимальный размер... Стаж должен быть не меньше 15 лет. Тогда гражданины имеют право, которые достигли своего возраста, идти на пенсию. Которые достигли инвалидности по медико-санитарным выставкам, да, или стали инвалидами, да, там стаж разный в зависимости от возраста. Ну, например, вот, которым людям исполнилось 23 года, то стаж 1 год. 23-25... То есть минимально это 1 год, да? Да, 23. Если вот 23 года, то стаж необходимо для пенсии по инвалидности 1 год. А как быть, если этого стажа нет? Как в этом случае тогда? Ну, в данном случае этим занимаются органы социальной защиты, или же этот стаж можно приобрести, доплатить, если, допустим, не хватает какую-то сумму, это через налоговую администрацию. То есть получается за себя пенсионный взнос просто сделать. Да. Идем дальше. Теперь по поводу предназначения этих пенсий, а точнее, куда обращаться для того, чтобы и какие документы с собой брать для того, чтобы получить пенсию, каждый вид, соответственно, этой пенсии. Значит, обращаться за пенсией нужно в территориальное управление Пенсионного фонда в регионе. В данном случае у нас можно обращаться в проспект Октябрьский, Богоявленский, сейчас уже 55Е, 4 этаж, 404 кабинет, или это, как образно, зал приема, где идет назначение пенсии. При себе, значит, для пенсии по возрасту необходимо иметь паспорт, идентификационный код, трудовую книжку. Если диплом о образовании, входит в стаж только дневное отделение, то если это вот женщина была по уходу за ребенком до 3 лет, то свидетельство о рождении детей. Если менялась фамилия, то свидетельство о браке. Если это мужчина, еще военный билет, срочная служба. По поводу каких-то, возможно, сложностей, есть ли какие-то особенности оформления той или иной пенсии? Ну, в принципе, назначение пенсии вот по возрасту, по инвалидности одинаковое, только пенсии по инвалидности там условия немного разные в зависимости от стажа и возраста. И еще плюс справка с медико-санитарной экспертной комиссии. А для пенсии по потере кормильца, вот если назначают, это имеют право дети, которые до 18 лет, у которых кормильца был тоже необходимый стаж, в тех же условиях, как для инвалидов третьей группы. Но при этом еще при назначении нужно иметь свидетельство о смерти кормильца, свидетельство о рождении ребенка, то, чтобы ребенок был на его иждивении, содержание, так сказать, на момент смерти. Вот. Ну, так вот. По поводу еще документов, фотоснимки, насколько фотоснимки 4 на 6, да, фотографию 1. Это для выготовления пластикового пенсионного удостоверения. А на сегодняшний день уже оно пластиковое, да, универсального образца? Да, при обращении пенсии гражданин задает фотографию, и после назначения изготавливается пластиковое удостоверение, и все, и человек этим пользуется. По поводу справок, какие необходимы людям, которые уже на пенсии, и, соответственно, людям, которые еще работают, есть система электронная, сейчас мы видим ее также на экране, попрошу вывести всем нашим телезрителям ее на экран, есть возможность обратиться, да, на интернет-портал. Да, да, есть у нас такое с 2012 года, это веб-портал Пенсионного фонда Украины. Значит, может обратиться на веб-портал, это каждый гражданин Украины, прийти в Пенсионный фонд, в данном случае проспект Богоявленский, 55Е, иметь при себе паспорт, идентификационный код. Ну, что такое веб-портал? С помощью веб-портала можно просматривать все свои доходы. В данном случае это АК-5 называется. Там помесячно, начиная с 2000 года, идет начисленная заработная плата. С 2004 года еще указан страховой стаж в днях. Предприятие платило ли за него взносы или не платило. С помощью веб-портала также можно записаться на прием, удобный для вас час. И будет в электронном виде сообщено, когда можно прийти, к какому инспектору индивидуально. Так что очень удобно, пожалуйста, регистрируйтесь.
То есть даже работает электронная очередь. Вот так, друзья, да. Техника шагнула вперед. А, поэтому регистрируйтесь, все, что необходимо, это принести свои документы, один раз зарегистрироваться. Веб-портал, только паспорт, идентификационный код, и все. Угу. А потом можно уже дистанционно руководствоваться своими данными, ну и, соответственно, заказывать справки и так далее. Конечно. Поэтому, друзья, регистрируйтесь, пользуйтесь тем, что уже для нас создали, потому что веб-портал все время обновляется, уже за время, которое мы общаемся и сотрудничаем с Пенсионным фондом, уже несколько раз он получил обновление не только внешнее, но и функциональное. Дякую вам за то, что сегодня залетали в нашу студию, розповіли про призначення пенсії в Україні. Я нагадую вам, дорогі глядачі, що сьогодні з цією темою спілкувалися з заступником начальника управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва Ольгою Банник.